Итак, всем привет! Сегодня мы делаем с вами гирлянду новогоднюю. И давайте начнем. Я планирую сделать ее разного размера, чтобы у меня были флажки. Вот я беру такую заготовку из крафт-картона и скраб-бумагу. И хочу сейчас затонировать края. Вот так вот прохожусь. И приклеиваю. Теперь возьму вот этот у меня от старого календаря. Тоже приклею. Вот у меня кусок тоже старой упаковочной бумаги. Возможно, она осталась от цветов, точно не знаю. Так, поставлю несколько штампиков. Далее у меня есть такая старая открыточка. Я хочу, я думаю, я ее оторву вот эту часть. Может быть, приклею вот сюда. Вот так вот. Предварительно немного ее затонирую. Можно сюда. У меня есть такая вырубка, рамочка, тоже ее затонирую. У меня есть несколько вот таких сюжетов новогодних, рождественских. Вот я хочу их использовать, потому что они у меня лежат уже не первый год. Так, вот тут тоже у меня есть кусочек, по-моему, икеевской даже упаковочной бумаги. Она тоже такая новогодняя, я думаю, может быть, ее вот сюда приклеить. Вот эта вырубка у меня, она сделана из кусочков обоев. Первый раз пробовала, но тут вот есть золотой цвет.
Так, вот один флажок у нас такой практически готов. Сейчас надо будет сделать дырочки и побрызгать краской. Я сделала дырочки, и теперь хочу еще приклеить вот такие звездочки. Сейчас хочу побрызгать белой гуашью, но вот мальчика там или девочку я закрою, чтобы на нее очень много краски не попало. Хочу, чтобы его было видно все-таки. Беру зубную щетку и вот так вот макаю в краску, в воду сначала, потом в краску. И вот так вот немножко брызгаю. Вот такой флажочек у нас получился.